Привет, друзья, с вами группа или паблик, как вам угодно называйте ее, Hacked Client, где очень много читов для Minecraft. Вот. Сегодня вышел, или вчера вышел, чит под названием Хузуни какой-то. Вот. Вот, хочу немножечко рассказать. А зачем рассказывать, вы все сами знаете прекрасно. Я вам не один раз все объяснял. И как он включается. Нет, не то. Нет, не то. А, о, это правый shift. Смотрим. И, кстати, вот сразу же, как зайдете, уберите вот эту функцию. Вот, moddes. Потому что у вас будет чат непонятно в чё превращаться. Лучше сразу убрать. Вот, допустим. Сейчас. Даже нажал. Вот видите. Так, дальше. Тут вот X-Ray. Что же здесь вам нужно? Можете выбрать. Всякое интересненькое. Вот. Домик мой немножечко вот решил немножечко поиграть. Есть Килаура, вот моб, плауэр и анимал. Так. Спринт, как обычно, спидминер, ноуфал, фрикам. Вот. Что тут вот? Вот это вот. Ну, видите, тут стрелочка была. Вот. Это история, где я бегал. Странно, да, как-то? Ну ладно. Отключается буквой U. Русская N, ладно. Это у нас... Хуй знает, что у нас. Ладно. Не в том суть. О, а, да, здесь, короче, есть такое, типа, мода, прикола. Би-би-би-би. Ладно. Что за халы? Ну, халы, да, вот. Нюкер. Ага. Это у нас... Сейчас. Всегда светло вроде, да? Ну, ладно. Нейнтакс. Ну, тут все понятно, ребят. Тут... Это... Флай не работает обычно. Что-то новенькое. Ой, что-то новенькое тоже появилось. Ну ладно, не в том суть. Чит прекрасен, я вам, ребят, говорю. Можно с ним поиграть. Мне очень понравился. Вот. Вот я вот так построил домик. Ладно. С вами была. Тьфу ты, блядь. С вами был паблик Hacked Client, где все делается только для вас. Счастливо, спасибо.